Моя любимая. Раз попросили, будем смотреть. Психану. Ты кого-нибудь знаешь из них? Нет. Не люблю такое смотреть. Я только Макгрегора знаю и этого, как его, Гасиева. Такой татуирован здесь. А не по боксу, это Дэвис Пайн. Ну как это? Now, even been criticized a bit, at times being a bit of a counter fighter, but Josh is bringing enough to him that he should have plenty of time to engage. Josh has just got good control here. Josh is doing an excellent... Oh, look at this. О, напрыгнул сейчас такой щит. Он сейчас уйдет. Я не понимаю вообще этот спорт. Друг друга лупасят. Мау! Просто с одного посмотри. Смотри, смотри, ногой просто пуф, ушел. Офигеть. Что такое? Эти какие-то худые. 2001 год. В труселях таких. О, не, я такого не люблю. Блин, ну это вон что, здоровье просто. Сломанный нос, сломанная челюсть постоянно. Там сотрясение, знаешь, сколько просто? But curiously enough, he's still not checking leg kicks. Rampage with a quick chance. Только энергии, эмоций. Уже нога острится у него. Какой-то странный. Ну, прям так мышцы выделяются. Да, да, да. А этот по сравнению с ним вообще худой. Тоже сразу вырубил. Ну, блин, посмотри на него и на того. Это надо попасть, наверное. Как он рассчитал это? Они все как-то там рассчитали все это. Один удар в одно место и все, раз, выключился. Да. Просто. Это там кровь на полу? Да. Я боюсь крови. Я тоже. Столько крови там. Да, я тебе говорю, там такое мясо просто. Там, наверное, арена этим пропитана. О, 2 апреля. Это мой день рождения. 2004 год. Мне тогда было. Ну ладно. Вот смысл причинять друг другу боль. First of five scheduled rounds, reaching the midway point. Сейчас еще. Этот еще в стринге вообще одел. Посмотри в обтяжку. И на пупе глаза. Блин, я не понимаю этого. Глаза. Я просил. Зеленые глазки были на ягодичках. О, треугольник, треугольник, смотри, делает. Ты откуда знаешь? У него не получилось.
Тот его просто поднял. Настан Даниэл. Не смотри, куда ты смотришь, Луля? Мы это вырежем. Да? Да. Интересно, вот у них, наверное, жены есть, они не боятся, вот, ну, вот, отправить на работу, подубасить. Вот, выдубают, они, видишь, сразу начинают еще больше добивать, останавливают, потому что уже неадекват просто. У него так рука, это... Это так хрустнуло, это там так хрустнуло? Не знаю, что это да. Бургер Кинг? Официальный партнер? Даже. Офигеть. Как он его вырубил. Просто выпал. Ты запали, как они падают, только это щу. Нет, не это. Что-то в него вцепился. Жестоко. А если он случайно ударит вот этого вот судью или кто это? Что будет, интересно? Мне не нравится такое. Давайте такое больше не будем записывать. Это лучше, чем футбол. А я считаю. Но все равно, это жестоко. Мне жалко тех, которые падают. Но они же сами выбирают такую работу. Ну что там? Я не могу такое смотреть. Мне как-то все равно. Все, решила, сына не отдам в бокс. Пусть лучше уж мяч по полю гоняет. Нет, это не бокс, это бои без правил. Намного похлеще, чем в боксе. В боксе вот там больше правил всяких. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Пишите добрые комментарии. Да-да-да. Блин, офигеть. Не хочу все. Страшно это все. Видел, сколько там кровищ? Нет. Лучше футбол. Ставьте лайки. Подписывайтесь на нас. Комментарии пишите. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. И на меня. Также не забудьте подписаться на нас в Инстаграме и ВКонтакте. Вообще-то я должна была это говорить. Хорошо, говори ты. Да все уже, не хочу. А мы на следующем скайпе поменяемся.